Жилищная инспекция учит управляющие компании, как нужно работать. Сотрудники ведомства рассказали журналистам о самых частых ошибках. Например, многие обслуживающие организации в Тюмени обжигаются на применении и расчете тарифов, а ишимские жилищники неправильно толкуют нормативы. Поэтому зачастую их наказывают за то, что они незаконно отключают свет должникам или ставят заглушки на канализации. Штрафные санкции очень большие, до нескольких сотен тысяч рублей. А это, как правило, деньги, которые собирают собственников. Совместное обсуждение правоприменительной практики планируют проводить каждые 3 месяца. Мы перешли с этого года в такой режим больше профилактический. То есть мы не дожидаемся, пока уже пошла волна нарушений, а мы стараемся эти нарушения предотвращать.